Привет всем, продолжаем проходить Assassin's Creed Original. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, ставить комментарии. Всем заранее спасибо. Thank you.
Отпустите меня! Я отступаю! Защитите меня! Я отступаю! Вижу врага! Я отомщу! Мы убьем всех предателей! Прихвостень греков! Я выпал. Не отступать! Прикройте меня! Эля. Сын гиены! Дай прыгнуть! Защищаем Архонта! Спасибо, я перед тобой в долгу. Ты поплатишься! Себик благоволит Крокодилополису. Даже греки едут сюда под защиту нашего бога. Так давайте же одарим нашего... Уэхэс? Уэхэс. Хэрэси, есть еще шедет. Ирия. هم عنجو Awesome-su. Hanecheru. Oh, Necher. Sanev. Ты! А ну стоять! Лучше не привлекать внимания. Стой! Хенхерит, ну хоть я. Никени, седжериет. Хм.
Nachtehiert an Beck. Oh! Hemset her Auje. Gehet. Oh! Снова ключ. Точно такой же. Интересно, сколько всего этих ключей. Арена гладиаторов. Здесь крокодил нанимает людей в свою армию. Извини, что ты знаешь об этом месте? Сам не видишь? Это арена для римских побоищ. По мне, полная дикость. Но люди смотрят, чтобы на время забыть о своих бедах. Раньше это был храм. Напрасно они с ним так. Виридовикс. Верный слуга смерти. Его коса срежет недостойных. Эй, Неп, расскажи мне о гладиаторах. О, это не люди, а боги. Сколько ярости в этих войнах. Они разрубят любого одним ударом. А там есть рыжие? Милостивые боги, ты разве не слышал о братьях из Галлии? Ты не чувствуешь их взгляд? Их статуи позади меня. Нэм, нужно больше бойцов. Они слишком быстро умирают. Ну так найди мне тех, кто драться умеет. Ты тут хозяин? Да, я хозяин. Феликс Смарцал. А ты кто? Очередной твердолобый бездельник, ищущий славы? Я хочу попасть на арену. Говорят, там есть достойный воин. Рыжий. А, ты про гальских братьев. Это правда. Так что давай не будем тратить время, приятель. Куда? Ты не справишься. Пошел прочь, дай место настоящим бойцам. Неп, но он носит знак Меджая. Кого? А, да мне плевать. Ты воин? Вроде похож на свирепого грязного пса. Нет, нет. У меня уже есть боец из Египта. Охотница из силы, и ты ей не ровня. Она часто бывает у обелиска на востоке. Ищи ее там, если хочешь взбучки. Только так можно попасть на арену. Дерись на улицах, и гладиатор тебя заметит. Итак, в смерти Шадии виноваты гальские братья. Но зачем им работать на крокодила? Мне нужно разузнать больше. Хозяин арены упомянул гладиатора из Сивы на востоке у обелиска. Вдруг я ее знаю. Сива небольшая. Надо проверить. Хочешь поторговаться? Хумес не уже дианг.
Ирьем. Попутного ветра. Удачи тебе. Место хорошо охраняется. Стой! Нахте! Прочь с дороги! Миджай! Мерзкие грабители стали нападать на моих покупателей! Сиванка! Постой! Да это же... Баек? Мой друг! Мой брат! О. Как же я рада тебя видеть! Что ты делаешь в Файюме? Я слышал, здесь можно преуспеть. М? Но никак не ожидал увидеть тут тебя, Кенса. Ну что сказать? Я услышала зов арены! Представляешь? Теперь я гладиатор! А? Идем, выпьем, поговорим. Говорю тебе, Баек, моя мечта почти сбылась. Если бы мне только дали шанс, я бы стала чемпионом. Куча денег, роскошь, слава. Это ж мечта любой женщины, а? Поэтому я в Файюме. Начать новую жизнь, похоронить старую. Но меня не пустили на арену. Так ты наконец-то отказался от идеи навести порядок в мире, друг. Мудрое решение. Феликс не очень любит чужаков, но ничего. Поручусь за тебя и будем сражаться плечом к плечу. Сперва выпьем. А утром пойдем на арену, и я представлю тебя Феликсу. Я так рада, что ты здесь, друг. Сэр! Дорогу! Может, я спятил? Прочь! Но быстро! Нас никто не застанет. Дорогу! Что ты вытворяешь? О!
на фоне со стевулите. И ви один. Оран вулими ди механес. Себек заболел. Пицуха зол. Сын Себека несет его волю. Что делать? Я излечу Себека. Молитесь дальше. Ωρο καλός. Είναι από Θανήν. Πολέμου κρύξαστε. Θηρίου εδώ δήμο παραγίγνεσαι τάχα. Σ' δρόγι! Он будет биться вместе со мной. Но раз уж так вышло, что иберийцы вчера разорвали львы, у меня есть место. А если Кенса поручилась? Пожалуй, вашей команде нужно звучное название. Например, «Воины Сивы». Мне кажется, «Стражи Сивы» подходит больше. Достаточно звучно для тебя? Я слыхал и хуже. Пойдем. Ни фараоны, ни боги не защитят тебя на песке арены, Миджай. Здесь ты, скорее всего, и умрешь. Красиво истечешь кровью, подрев толпу. Но если ты вдруг выживешь, получишь в награду славу и почет. И еще один шанс умереть. Такова не слишком долгая, но яркая жизнь гладиатора. Итак, кто тут у нас? А, это Калистос. Калистос, бывший солдат Птолемея. Он утверждает, что умеет сражаться. Гор. Когда-то он был лучшим, но время никого не щадит. Увы, на арене он бесполезен. Теперь он тренирует новичков. Доспехи армии Птолемея? Собственные доспехи есть далеко не у всех. Их в любом случае сломают. А легион даже не заметит потери. И бои смотрятся эффектнее. Кстати, об эффектности. На арене твое оружие выбираю я. Исключений не будет. Кенсу ты знаешь. Именно благодаря ее рекомендации ты здесь. Баек, Крокодилополис приветствует нового чемпиона! Или еще одного неудачника. Взглянем на него в бою. И раз ты его рекомендовала, значит, ты и проверишь. Ха-ха! Что скажешь? Скрестим клинки, Миджай? Ха. Покажи, чему научилась. Неплохо, старик! Тебе не хватает изящества. Но для пустынного бродяги у тебя хороший удар. Я побеждала! Ладно, Кенса, сражайтесь вместе. Скоро начинаем. Готовьтесь. И этих слабаков Феликс хочет натравить на нас. Съедим и не подавимся, брат. Дружок, я отрежу твои яйца и скормлю тебе. Это наше главное препятствие. Гальские братья,
Я знаю, кто они. Мы готовы. Ха, правда? Ха, каждый так думает до тех пор, пока не получит по зубам. Поставлю вас против пары новичков. Если справитесь, продолжим разговор. Двух воинов ждет неравный бой. Толпа жаждет такого зрелища. Так что порадуйте ее и меня. За кого толпа? За них или за нас? Да им все равно. Здесь нет невинных. Сразу пускай в ход меч, брат. Они думать не будут. Тут все знают, на что идут. Быстро же ты здесь освоилась. Ты только посмотри на их лица! Они обожают меня! Мужчины, женщины! У меня есть все, о чем я мечтала! Все, не уйдешь! Славное начало! А эти разбойники крепче, чем кажется. Прекрасное исполнение. Продолжай биться так же храбро, и мы найдем богатого покровителя. И что тогда? Перед нами откроется куча новых возможностей. Лучшие из нас получают особые задания. И столько денег, что тебе и не снилось. Ну тогда хорошо бы нас заметили. Победу одерживают великие стражи силы. Новые любимцы гостей арены. Скоро узнаем, смогут ли они развить свой успех. Как же удачно я решил поставить вас биться в паре. Толпа вас любит. Я же говорила, что нас ждет слава, Феликс. Слава? Что ты, не смеши меня. До славы еще далеко. В первый раз вам повезло, и что с того? Вы победили пару сопливых новичков, но до гальских братьев вам далеко. Хотя надеюсь, что вы с ними встретитесь. Надоело ваше вечное нытье. Как нам сразиться с ними? О боги, и ты туда же! Лучше думай о следующем бое. А за наглость будете сражаться со львами. Их уже давно не кормили. Сожрут любого. Так что готовьтесь. Если верить Кенсе, любой из них может работать на крокодила. Может, здесь я узнаю, чем занимаются гальские братья. Или даже имя их покровителя. Повезло же нам, мой друг. Я столько ждала и, наконец, сражусь с гальскими братьями. Спасибо тебе. Лучшего и не пожелаешь. А что это за контракты, о которых ты говорила? О, благородный байк готов испачкать руки? Времена изменились, Сэнни. Что, трудно все время быть меджаем, да? Спроси об этом Феликса, только потише. Лучший способ найти крокодила – убить гальских братьев. Впрочем, я бы и без того с радостью перерезал им глотки. Феликс, я слышал, некоторым гладиаторам дают подработать. Это слухи.
А даже если и правда, то такое задание еще нужно заслужить. Твое дело, глупый ты выскочка, сражаться, и все. Дерись на потеху толпе, другого не дано. Именно так я и сделаю. Мы готовы. Наконец-то! Народ в Кирене ждет не дождется вас двоих. Если постараетесь, хорошо заработаем. Вы часто бьетесь со львами? Когда удается достать? Они стоят дороже, чем люди. Их хоть пруд пруди. Мало чести в убийстве животных. Убивай или сожрут. К тому же зверь в клетке. Это не страшно. Главное не выпустить. Меджаи рабы не справятся с любым противником. Они свирепы, будто голодные звери. Ты заплачешь! Я думал, львы в клетках. Ха-ха! На арене нет никаких правил! Ублюдок! Стражи Сивы снова одерживают потрясающую победу! Готовы ли они к гальским братьям? Или нет? Где Кенса? Сегодня ее навыки понадобились другим. Придется тебе выступать в одиночку. Не робей. Новое тайное поручение? Ты стал задавать слишком много вопросов. Работа опасная. Всякое случается. Я просто хочу проявить себя. Так попытай удачу. Будешь выступать против братьев. Победи, и тебя заметят. Что с Кенсой? О, Анубис. Нужно выиграть. Умри, червя! Против тебя нет шансов. Кишки выпущу. Меджай готов одолеть врага в одиночку! Какой храбрый бой! Тебе слово, Крокодилополис. Увидим ли мы сегодня нового чемпиона? Лишатся ли гальские братья своего титула? Я тебя раздавлю, как букашку. Извини, что оставила, но вроде ты справился.
Поручение Феликса? Для кого? Я расскажу, когда придет время. Знаю одно, очень скоро мы с тобой будем богаты. Байк. Это то, чего мы так ждали. Наш с тобой шанс получить титул чемпионов. Феликс ждет! Хемсет, хер ауес! Гехес! Ну что, деревенщины, вы готовы проявить себя? Время пришло. Зрители давно ждут достойных соперников для Виридовикса и Диавикса. Так что вы должны показать красивый бой. И еще. Никаких убийств. Я не желаю терять своих лучших воинов. Братья тоже знают эти правила. Ладно, пусть себе живут. Мы над ними просто поиздеваемся вдоволь. Дождались, друг. Это наш час. Нам воздвигнут памятники, а наши имена напишут в храмах. Будем любимы, богаты и знамениты. Что ж, твой черед биться с братьями. Ты удачи не жди. В этом нет смысла. Послушай совет. Они сильны, когда вместе. Это меня сгубило. Попробуй их разделить. Ты лучше бей одного, и тогда есть шанс. Спасибо, Гор. Не волнуйся. Смерть меня не берет. Они даже хуже, чем смерть. Держись. Хересия сещет. Щадить? Претенденты на титул чемпиона. Непревзойденные стражи Сивы. Непобедимые. Несравнимые. Да, гальские братья! Крокодил! Гальские братья повержены! Ты убил девочку Шадью! За это ты умрешь! Около маяка! Это не мы, клянусь! Да, мы совершили немало ужасного. Но поверь, ребенка мы не убивали. Славьте новых чемпионов! Мы были стражей так. Из Сивы! Солдаты схватили девочку и отдали Беренике! Да! Крокодилу!
Это она утопила девочку! Отобрала книгу! Приказала привязать ей камень к ногам и столкнула в воду! Что мы могли сделать? Поэтому ты на самом деле пришел ко мне? Найти этого заказчика? Крокодила? Байк, почему ты не рассказал мне все? Я бы помогла! Ты наемница, как и они! Я не мог рисковать! Что ждет гальских братьев? Нет. Долгая жизнь? Байк! Или смерть? Ты знаешь меня лучше... Смерть! Байк, зачем ты так? Значит, Береника. Она крокодил. Это она убила Шадью. Это она разрушила столько жизней. Она говорит, что только ей Фаюм обязан своим процветанием. Ее влияние очень велико. Доход ей приносят земли на севере. Амбар Киркисуча. Крупнейшее зернохранилище. Она проводит встречи с влиятельными людьми Фаюма. Каждый вечер на своей вилле она умасливает их подкупом и сладкими речами. Значит, найду ее там. Спасибо тебе за все, мой друг. А ты куда? Вернусь домой на нашу виллу. И буду пить. Нам с Хинут нужно оплакать дочь. Прощай, Байк. Сделаешь то, что должно. Приходи, мы будем рады. Одан! Ой, вакхивмену не месхете. Вилар, ничтожество! Тебе пришел конец! Не дури! Я же тебя отделаю! Ты стар и слаб. Я тебя не боюсь. Заканчивай, а то все кости переломаю. Надо же. Ой. Эй! Ты! Оставь его! А ты кто? Герой, что ли? Ладно, а ну иди сюда! Вперед! Πώς ηθών. Όχι, όχι, είμαι καλά, καλά. Λίγο να απογοητευθείς, αλλά γενικώς καλά. Λυθιώδης ανθρώπων. Староватый, чтобы на улице драться, нет? Ты тоже пришел меня оскорблять? Молодость, она в сердце. Боги не стареют. Но спасибо, что помог. Хорошо иметь друга в бою. У тебя необычный стиль боя. Мне нравится. Я пропускаю удары, чтобы казаться безобидным. Шрамы и синяки украшают. А зачем дерешься? Потому что так надо, сынок. Я был чемпионом, когда ты титьку сосал. Я должен драться. В чем дело? Неприятности?
У меня? Нет, я привык драться на улицах. Не все могут посмотреть на братьев Галов на арене. А вот я дерусь прямо здесь. Тоже хлеб, когда побеждаешь. Но если бы не я... Я бы опять проиграл. Возраст никого не щадит. Боги, как я хочу на арену. Я был лучшим из всех. Любимцем великого Помпея. Хлеб можно добыть везде. Но славу только на арене. Ничто не может сравниться с ревом кровожадной толпы. Арена учит узнавать хороших бойцов. Таких, как ты. Я вижу, из тебя выйдет толк. Подерешься вместо меня? Я проиграл пару боев. Мне бы отдохнуть. Одно условие, старик. Когда закончим, сменишь работу. Молодость, она в сердце. Вот здесь. Ну вот и он. Осторожней с ним. Не опускай руки, когда бьешь боковой справа. Скажи, как будешь готов. Никак наша развалина пришла за новой порцией тумаков. Как неуважительно! Смотри, боги тебя накажут! А молодость, она в сердце. Сегодня ты будешь сильно удивлен. Ты смотри, дедуля нашел друга. Ну давай, красавчик, посмотрим, что ты можешь. Неплохое начало. Ты победил. На арене ты не пропадешь. Как твое имя, сынок? Байка Сивы. Мне доводилось сражаться на арене. Не лучшее имя для воина. Нужно придумать что-то более звучное. Скажем, Сиванский сердцеед. Но обсудим это позже. Делу время. Что? Послушай, старик. Встретимся вечером. Приходи на закате. Буду ждать на маяке. Ганечеру. Какой прекрасный вид. Хорошо здесь. Но где этот старик? Опаздывает. Байк, я здесь. Что ты там делаешь? Ты сказал на маяке. Скорее спускайся. Нас ждет славная битва. Зачем мне нужно было подниматься наверх? Я хочу тебе кое-что сказать. Теперь шутки в сторону. Ученики слушают, не перебивая. Эй, старик, ты мне не учитель. Я люблю этот маяк. Здесь я стал мужчиной. Хотел тебе показать. Да и прогулки полезны для здоровья. Смотри, какая красота. Стоило того, правда? Определенно. Было приятно отвлечься и напомнить себе, как красив мир. Верно. Все сложнее, чем может показаться. Не забывай, Байк. Что ты делаешь? Я бросаю тебе вызов. Боги, серьезно? Не хочется проигрывать старику, правда? Были приняты новые меры безопасности. Количество патрулей будет увеличено.
помещение приглашает желающих приятно провести. Передохни, дед. Прояви хоть каплю уважения. Раньше я мог часами бегать на арене. Помпей называл меня верблюдом Гермеса. Я был неутомим. О, Мон, ты мне не... Стой, тебя называли верблюдом? Гилар Максимус. Верблюд Гермеса. Гилар, тебе ведь есть чем гордиться, кроме умения драться. Этого мало? Однажды я одолел целый отряд. А ты смог бы? Не горю желанием. Нас ждет еще одна битва. Сюда! Дорогу! Быстро! Боги, боги! Это же Геракл! Ты моя, Елена из строи! Тебе не сбежать от меня! Ха-ха! Да, это бордель! Запомни на будущее! Не позволяй сбить себя с толку! Ну вот, мы на месте! Ты тот самый смельчак? Уже что? Предвкушаю. Давай, все ждут. Байк, соберись! Сейчас будет непросто. Скажи, когда будешь готов. Прочь с дороги! О, глядите-ка, да это же Гилар! Хочет вернуть свою славу. Так значит, все это правда. Вижу, теперь ты нашел себе ручного льва. Хотя не важно. Я вздую его ради денег, а тебя ради удовольствия. Сдохни, пан! Неужели намечается заварушка? А что, я в деле. Сюда! Скорее! Это было красивое зрелище. Не хочешь ли поработать у нас? Стращать взглядом, избавляться от проблем? Мы в долгу не останемся. К сожалению, я уже занят. Как насчет истинного чемпиона арены? Это Гилар, любимец Помпея. Ты староват, но выглядишь достойно. Хватит ли тебе сил? Мне-то? Хозяйка, я же Гилар. Юность, она в душе. Поверь, ты не пожалеешь. Если, конечно, меня оправдают. Пойдем. Нужно обсудить условия наедине. Ηλυθιώτης ανθρώπων, πού και έχει πέρας.
πλέον μέλους η ουράν. Άνθρωποι νουν από... Иди один. А? Видели его глаза? Что-то не так. Он болен. Я уверен, что это дурной знак. Я был уверен, что священные крокодилы ручные. Не знаю, как это случилось. Пицухас никогда ни на кого не нападал. Его глаза покраснели. Ты видел? Неужто Себик в гневе? Нек. Даже боги отвернулись от нас. Где сейчас Пицухас? Наш жрец Сихитеп увел его в бассейн внутри храма. Впервые вижу его таким. Тут творится что-то неладное. Осмотрю бассейн, где держат крокодила. Жреца нигде не видно. Пицухас беспокоится. Лучше оставаться в тени. Кого-то ранили рядом с бассейном. Он поднялся по лестнице. Зловонная жижа. Даже глаза режет. А, Нек. Туша зверя. Обглодан, но не съеден. But I'd sit in Ui.
Одеяние жреца. Все в крови. Его владелец был тяжело ранен. Следы ведут наружу. Дедук, а не хает. Миу невес. А, не черу. Дорогу! Не мешай. Вместе с нами молится Серапису. Теперь они стали гражданами Крокодилополиса. Убит крокодилами. Что он здесь делал? Этот человек отравил крокодилов. Он выполнял приказ некой Мелины Гибискус. Чудное имя для убийцы. Ее можно найти в порту Неориона, на юге. Кто посмел поднять руку на Бога? Я разыщу преступницу. Пройти! Это что еще за пьянь? Надолго тебя не хватит! Новые меры безопасности. Проклятие! Архонта ранен! Солдаты будут чаще обходить. Мы защитим всех жителей Крокодилополиса. Греки переселятся в обновленные кварталы на севере города. Египтяне...
Я на месте. Гибискус должна быть где-то здесь. Найти женщину среди солдат Птолемея нетрудно. А без этого не... Лови его! Быстрее! Я должен разобраться. Ну, держи! Выпусти себе кишки! Харри! Медуэн! Ну! Ладаю! Сутхирет! Thank you.
Некуда бежать! Харри, осторожно! Надо же! Бригада! Помогите! Моя песня спета! Опасная женщина. Гений, но злой. Сихитеп. Он был жрецом в храме. Боги. Что не так с этими жрецами? Жрецы устроили спектакль. Хотя бы с крокодилами все будет в порядке. Я должен сказать стражу. Щедит? А папе, Филипп, ты уно рази? Де попу, ты уно рази? Ты ты злодей. Οι δύο σωμά. Χέρι. Ού γυγνός. Χέρι. Страж Себека. Болезнь крокодилов не знамение богов. Их отравили, но они поправятся. Отравили, ты уверен? Но кто? Виновных нужно казнить. Вини в этом жреца Сихитепа. Он хочет получать больше подношений. Что? Сихитеп — десница Себека? Он не мог так поступить. Как ты смеешь так говорить? О, жрецы, никогда не изменяйте убеждениям. Я рассказал правду. Боги рассудят, как ты поступишь.
Греки вместе с нами. Харри, мы духе. Хептен, тепья. Ахаку! Where Apu? Set her out, yes. Yes. Oh, and set. I'm Hesemet. Nick any Segeriet. Под дверью лужа крови. Убитые крокодилы в Крокодилополисе. Боги, это подпольная кожевня. Горы золота. Кто-то неплохо на этом зарабатывает. Мумии набиты золотом и ценностями. Куда их везут? Судя по меткам, это судовой груз. Мумии, жалкие поделки. Мерзкое богохульство. Их развесили как белье. Вот почему дверь заперта. Тайное богоубийство. Кто-то убивает крокодилов и мумифицирует их. Недолжным образом. Чудовищное святотатство. Контрабандисты используют мумии как мешки. Набивают золотом и увозят тайком. Мамон. От одного запаха воротит. Я убью их. В Египте нет преступления страшнее. Нужно положить этому конец. Я выясню, куда отправляют мумии. Неподалеку должен быть порт. Пане Черо, я и та юрелю? Сема, шаот! Я не хочу. Нужно спасти его. Но ведь так нельзя. Нельзя! Убить детей Себека? Начинить их тела нечистым золотом? Кто мог пойти на такое кощунство? Спасибо, Меджай. Ты спас мне жизнь, но, к сожалению, страшное зло уже свершилось. Я видел кожевню и мумий. Я знаю, что делают с крокодилами. Так значит, видел? О, Себек, это просто немыслимо. Я Падиасет. Я служу в храме к югу от города. Прости. Я должен идти. Мне нужно помолиться. Молитвой здесь не обойтись, жрец. Надо действовать. Я видел метки на мумиях. Похоже, их возят по воде. Вот как? У нас есть Трирема. Она ходит на юг по торговым путям. Делай, что должно, Меджай. Храни тебя, Себек. Но прошу, довольно кровопролития. Кровопролития не избежать, как ни крути. Надо найти грузовую ведомость.
В ней написано, куда везут мумии. Да что с тобой? Командир? Тревога! Эй, откуда? Да-да, сейчас. Пополню свою коллекцию ушей. Все! Кровь этим скажу. Саат! Кемер! Ха! Хабиет! Грузовая ведомость. Груз для лагеря у Трирема на мели, что на западе. Значит, культ связан с солдатами Птолемея. Деньги, власть, продажность. Ничего нового. Нужно отправиться в лагерь и все узнать. Лагерь у Трирема на мели. Пожалуй, стоит начать поиски с шатра капитана. Не понимаю, почему мы должны опекать этих зверолюбов? Видел сундуки с золотом в шатре капитана? По-моему, вполне очевидная причина.
Переписка капитана и Сихитепа. Опять Сихитеп? Этот змей из Северного храма начинает меня беспокоить. Падиасет должен об этом узнать. Едва ли ему понравится. Что хуже, вид или запах? О! Дожили, безумцы на улицах. Я помогу. Да найдете вы путь в земли Дуа. О, боги! Что произошло? Меджай! Опоздал. Люди Сихитепа пришли за мной. Вот как. Неплохо для миролюбивого жреца. Я не всегда был жрецом. Я думал, все это в прошлом. Мы с Сихитепом вместе обрели веру. Вместе пришли в храм. Я знал, что он страдает так же, как я. Но... я должен его остановить. Не пятнай себя кровью. Хотя бы ради культа. Жрец оружия мне лучшее зрелище. Я сам справлюсь. Ты прав. Ты найдешь его в Северном храме. Встретимся снаружи. Сейчас. Вот он! За Сихитепа! Это тот настырный Меджай! Умри, люди Сихитепа. Пора покончить с этим. Хопи,
Жрецы Себека якшаются с прихвостями Птолемея! Мы платим им! И на фонисе с неволите! С дороги! Ωρό καλός. Τι να αποφανεί. Ιδέα. Είναι αυτόν φωνή σας δεν βούλετε. Главный храм Себека. Сихетеп внутри. Он готов к нашей встрече. Одиосет обрел помощь сильного союзника. Дерьмо! Спасай господина! Ну вот и все. Как часто вера граничит с вероломством. Нужно найти Подиасета. А ну, стоять! Думаешь, Миджай справится? Сихетеп избрал смерть. Он сделал выбор. Сегодня я потерял брата. Если бы я не медлил, все могло быть иначе. Вера должна быть деятельна. Таков мой урок. Мы восстановим все, что разрушено. Но как быть с солдатами? Они тоже приложили руку? Как и всегда. Но будь сильным. Сегодня они тоже получили урок. Себек может дать отпор. Спасибо тебе, Миджай. Пусть Себек хранит тебя. Ну, мясни, Оджирианг. Манджу! Рэм Шат! Вретауе! Ору калос. Ин апофанин полему. Ху! Хэн хэрият! Ну хэт яху! Вехес! Аан, ваат! Дедедук, а не хает! Я верну позже. Та атвертие, сия ин уль. Сиджирьет. А ну, не смей с ним играть. Здесь... Брат, прости меня. Я слышал ваш разговор. Ты что-то говорил про людоеда.
Людоед уже не первый месяц забирает отсюда народ. Люди пропадают? Вы сообщали филакитам? Да от филакитов нет толку. Вон на той неделе пропали аж 3 рыбака. А через пару дней их останки всплыли в реке. И хоть бы что. Мы-то знаем. За этим стоит тот буйный сумасброд. Мы за ним следим. Вещи не то, чем кажутся. Поговорю, пожалуй, с этим людоедом. Кажется, им овладел сам Себек. Нет, он слишком безумен для людоеда. Только и делает, что молится. Он поедает жертв Себека. В этих краях никто не исчезает. Просто река приносит трупы к его дому. Чего пойдем. Только сюда не заносит течением. Плоть. Сгнившая и промокшая. Трудно понять, чья. Течением принесло. Здесь как на скотобойне. Не могу понять, чья это плоть. За всю свою бытность Меджаем я не видел ничего подобного. Ее выносит сюда потоком реки. Снова трупы. Откуда они все берутся? Кровь в воде. Похоже, источник в той пещере. Что же здесь происходит? За место. Пахнет смерть. Кажется, отсюда берутся все трупы. Амон. Столько трупов. Все обглоданные. Фу, это вонь. Амон. Столько трупов. Все обглоданные. Фу, это вонь. Всякая роскошь. А это похоже на места на арене. Эй! Кто здесь? Прошу, вино, помоги! Вино, закуски. Гостей здесь неплохо баловали. Хвала богам! Скорее, бежим, пока он не вернулся! Кто? Что здесь происходит? Бальзамировщик бросает жертв крокодилам, а зрители смотрят, как их разрывают на части! Спокойно. Ты жив. Где он сейчас? Жив? Это случайность! Он похитил меня на рынке, где я торговал рыбой. Я должен бежать. Я и подумать не мог, что кто-то на такое способен. Нужно пробраться на рынок. Этот бальзамировщик свое отыграл. Россия сещет. Эй, ты! Стой! Ха, дечеру!
Λόγος πράξης, αλόγου ανθρώπου. Дорогу! Быстро! Ой, в архивмену не несхете. Малахе! Дорогу! Ухи гновски ти прати. Новое развлечение. Смерть. Зато я сам стал зрелищем. Гнусный тип. Его злодейством конец. Боги рассудят тех, кто подождал его. Стой! Стой! Это способка! Симба ау! Хрхват! Мені несу, тінати. Аби! Ідіотін, оран вулімі. Неужто в мире нет справедливости? Боги оставили нас! Это твой дом? А ты кто? И какая тебе разница?
Я отказался продавать его этой проклятой госпоже Беренике. Будь я мудрее, не стал бы и перечить. Ночью пришли солдаты с маслом. И вот что вышло. Откуда пришли солдаты? От амбара, с севера. У них хватит масла, чтобы сжечь весь Фаюм. Или один амбар. Безумец! Бросаешь вызов госпоже Беренике? Она уничтожит тебя, твою семью и все, что тебе дорого! Тут она опоздала. Разойдись! Θεοί της δοκίν, Ποσειδών. Ριέ, γέμ αντζού. Хатефрес говорил об этом месте. Крокодил где-то внутри. Сколько они уже голосят под воротами? Изменений нет. Бесполезно. Но денег на свадьбу не было! Теперь им обеим приходится просить подаяния в трущобах! Увидят, сразу накинутся. Я готов. Шадья! Убита одним из вас. Шадья! Кто? Шадья! Девочка, которую ты утопила! Такие, как ты, не видят великого будущего Египта. Так ты убеждаешь себя. Ты даже не помнишь своих жертв. Шадья, дочь Хинут и Хатефреса. Хинут упряма, как камень. Этот кодекс разрушил бы все наши надежды. Ты разрушаешь семьи. Я делала, что должна.
Я уничтожу все, ради чего ты жила, Береника! И всех, кто думает так же, как ты! Но сейчас важно другое. Ты убила Шадью! И последнее, что услышишь, ее имя! Шадья! Я не хочу убивать тебя. Но кому ты служишь? Даже не знаю, что хуже. Вид... Прости, что все закончилось вот так. Да обретешь ты мир в объятиях Маат. Надо позвать на помощь. Как тебя благодарить. Так. Тебе конец. Я тебе этого не прощу. Прощайся. Прикройте меня. Прощайся. Да! Прощайся. Только дурак сюда смотрит. Прикрывай. Прикройте меня, братья! Стойте ближе! Получай! О! Живая стена! Какая мерзость! Будешь спать на посту! Защищай Кирия! Мы с вами! Кто сравнится с нашей прекрасной госпожой, сделавшей так много для Фаюма? Мы должны быть вечно благодарны за ее труд на благо города. Культура для всех! Интересно, как там Хатифрес и Хинут? Навещу их. Сэмба ау. Хрхват! Джахье! Ноуан хауэ сэриэт! I'm Hesemet. Прочь с дороги! С дороги!
дороги! Ты что делаешь, бестолочь? На меня! Хоппи, нет! Где ты прячешься? Эй, ты! Стоять! Я рядом, не бойся. Бобби! С дороги! Плохо дело. Хатифрес, что это? Мой друг, ты здесь. Я так рад. Кто это? Где Хинут? Моя жена. Кто ее знает? Замкнулась в себе. А это... неважно. Она уже уходит. Ты свинья. А, все равно скучно. Спасибо за вино. Хинут должно быть у озера. Я тебя отведу. Дай знать, когда будешь готов. Проклятие! Помогите мне уйти! Хатифрес, что с тобой? Что ты делаешь? Ты все потеряешь. Знаю, знаю. Я сейчас никому не нужен. Так стань нужным. Разозлись. Бери меч и сражайся. Я не брался за меч много лет. И ввязался в это лишь потому, что так хотел Аполлодор. Он считал, что кто-то готовит заговор против нас. А теперь Шаги мертва. Да, что-то происходит. Ты прав, что хотел помочь. Я глупец. Я не хотел этого. Хинут сказал, это наш долг. Если бы я настоял на своем, Шаги была бы жива. Мы почти пришли. Там у воды есть алтарь. Шаги любит воду. Мы там кормим цапель. То есть, любила. Кормили. Хинут, рад тебя видеть. Хинут? Вот, так теперь всегда. Я знаю, как помочь. У нас в Сиве есть ритуал прощания с любимыми. Ты не против? Пожалуйста. Для ритуала кое-что нужно. Я скоро вернусь. Пусть оплачут дочь. Для ритуала нужно перо. Здесь рядом болото. Там водятся птицы. Ах!
То, что мне нужно. Делай, что тебе приказали, ленивая скотина. Нужно зерно вырасти. Это не моя беда. Капитан! Хинут, нет! Не надо! Я очень надеюсь, что ты не вымогаешь зерно у крестьян. Ведь ты понимаешь, что это против наших законов. Как блюстители порядка, мы оба это знаем. Верно. Скоро увидимся, блюститель. Мой супруг, нам пора очнуться от горя. Никто больше не должен страдать. Мы можем помочь людям. Ты был воином, муж. Думаю, пришло время стать им вновь. Теперь ты и сам все видишь. Этих людей некому защитить. Это еще не конец. Почему мы не убили эту египтянку? Не волнуйся. Командир приготовил для нее нечто особенное. Знаю я таких. Думают, им все можно. Это эмблема. В первый раз я ее вижу. Может, Хатифрес знает? Умер, и ладно. Но он говорил о командире. О том, кто отдает приказы. Это еще не конец. Ты жив? Они хотели убить Хинут. Смерть нашла их первой. Завидую им. Что ж, это правильно. Солдаты понимают только язык оружия. Это не все. У командира был приказ. Я нашел эту эмблему. Узнаешь? Да. Дело плохо. Это знак форта Бубастис на востоке. Им управляет один самоуверенный урод. Хинут права. Нужно положить конец страданиям людей. Баек, прости меня, но нам нужна помощь. Я помогу. Но мне нужно кое-что сделать. Скоро вернусь.
Шадзя, мой лотос. Больше никому не придется страдать так же. Я клянусь тебе. Прощай, мой головастик. Теперь ты свободна. Все так. Солдаты меньше из наших бед. Нужно разобраться с командиром. Мы еще многого не знаем, насколько далеко все зашло. Может, в этом замешаны приближенные Птолемея. Нам нельзя доверять Филакитам. Мы не справимся одни, нам нужен Фаюм. Крестьяне будут молчать, они боятся солдат. Но люди в гневе, и мы с легкостью убедим их. Я поговорю с тем, кому угрожал капитан. Люди узнают. Брат, я видел, что случилось. Небит Хинут рисковала. Я ценю ее смелость, но это ничего не изменит. Прости, но я должен работать. Мне нужно разжигать костры. Я помогу. Защитите меня! Я отступаю! Не отступать! Прикройте меня! Что ты делаешь? Зажигаю огонь. А ты настойчивый, да? Ра позаботится о твоих посевах, брат. Могу стрелять! Тревога! Тревога! Вот и все. Пришло время восстать против солдат. Хатифрес вас поведет. Хатифрес? Он давно забыл про нас. Его отца уважали. Он дал сыну египетское имя. Хороший поступок. Да только сын не стал египтянином. Хатифрес значит «довольный» на нашем языке. Но он не такой. Он бросил нас среди гиен и крокодилов. Крокодилов тоже можно победить. Капитана больше нет. Давай, брат, расскажи всем. Ты одолел капитана? О, да ты безумец. Ладно, если хочешь это сделать, я пойду за тобой. Я расскажу всем, брат. Ничего не бойтесь, Кирия. Эй, стой! Ну.
Не думал, что все так плохо. То есть, знал, что не все гладко. Но чтобы так, все из-за меня. Я не хотел брать на себя ответственность за Фаюм. Я просто унаследовал ее. Я хотел приключений, моря. Теперь я понял. Поражение — это выбор. Но я пока жив. Они на вилле. Ты сзади. Ты со мной. Солдаты! Где ты, паршивый шакал? Выходи! Есть разговор. Похоже, что у меня нет выбора. Идем, брат. За нас все скажут наши клинки. Я с тобой, брат. И я рад, что ты снова. Эй, для воина в отставке ты неплох. Ха-ха! Я еще не стар, сиванец! Да, я это вижу. Это лишь начало. Солдаты вернутся, и их будет больше. Я унаследовал от отца не только силу. Могу нанять армию, если понадобится. У меня есть мысль получше. Баек, может, составишь мне компанию в пути? Я готов. Идем. А вы хорошая команда. Мой Хатифрес не растерял свой пыл. Ты им гордишься. Ха-ха-ха. Сейчас он такой же, как во времена нашей юности. Куда мы идем? Здесь рядом лагерь мятежников. Он на востоке отсюда. У форта Бубастис. Мы должны поговорить с ними. Мятежники? Не боишься навлечь гнев Александрии на нас? В Александрии знают, что такое интриги, Меджай. Нередко бывает, что за услуги платят защитой или информацией. Такие союзы необходимы, пусть даже официальные не разрешены. Сюда. Лагерь там, впереди. Надо быть начеку. Мятежники не очень гостеприимны. Я предупредила. Они ожидают нас. Я Хинут. Вас предупреждали, что мы приедем из Филадельфии. Нам нужна помощь. Вы приехали зря. Мы не можем помочь. Нам есть, что предложить взамен. Ведь вам нужна помощь. Припасы, информация. За это мы просим лишь одного – защиты для нашего народа. Это невозможно. Нашего лидера схватили на плотине. С этим мы вам поможем. Со мной Баек из Сивы. Ты Баек из Сивы? Мы знаем о битве на арене. Мол, гальских братьев убил безумец. Похоже, что сегодня я вновь буду безумцем. Напился, небось.
Стой! Стой! Сюда меня не пустят. Эй, ты! Стой! Беги, ну! Спасибо. Ты так смело ринулся в бой с солдатами. Не боишься греков? Я Баек из Сивы. И я боюсь только за Египет. Безумец из Сивы! Я о тебе слышал. Ты один сражался на арене, как раненый лев. Нек! Раз ты с нами, псы Птолемея уже обречены. Твоя помощь мне тоже пригодится. Путь назад свободен, но у меня есть одна просьба. В лагере тебя ждет Хинут. Ты должен будешь защитить ее людей. Ты спас мне жизнь. Даю слово, что помогу ей. Передай также, что я иду в форт Бубастис. У меня есть дело к командиру. Ты идешь против целого гарнизона? Ты спятил? Возможно. Я же Баек из Сивы. Стой! Это шум недовольной толпы. Люди собираются около форта. Подожди! Эй, стой! Бежай! Да!
Эй, ты! Стоять! Меня не должны здесь заметить. Делай, что велено! Эй, что это значит? Горны, голоса. Кто-то еще напал на форт. Кажется, весь Фаюм пошел против командира. Умри, тварь! Я зажгу огонь! Молись всем богам! Первый выстрел! Ты заплатишь, ты труп! О, сейчас я его! Бросай оружие, тебе же проще будет! Ты умрёшь. Кишки. Сейчас он получит. Эй, помогите! Ублюдок! Стой же, тварь! Цель как на ладони. Я оставлю твой труп воронам! Здесь ничего нет! Мы не одни, клянусь! Понятно. Я уж не упущу. Твоя гибель! Oh!
Хотепет, Эрхепру, Вамба Аншин, Аабу Маалит. Конец его злодеяниям. Найду Хатифреса. Вот и все. Прекрасно. Крестьяне вышли на улицы и отвлекли солдат. Как бесстрашно. Мятежники тоже помогли. Безумный сиванец. Вот как они тебя зовут. Теперь поля под защитой. Ты воодушевил людей. Люди не позволят новому крокодилу занять Фаюм. Теперь они свободны. И это хорошо. Хатифрес, вспомни, что значит твое имя. И что значит быть мужем? Знаешь, Шади, ты понравился сразу. Здесь тебе всегда рады. Баек из Сивы. Thank you.
Прочь с дороги! Архонт! Защищаем Архонта! Yeah.
Дай пройти! Хенхерит, ну хет яху! Хемо! Mm.
умником. Сэр! Анхаметули! А это весы, или Хонсу. И на них богиня Маат взвешивает наши сердца, когда мы умираем. А я это помню. Если сердце легкое, попадешь в поля Иалу. Хорошо, ты запомнил. Весы – мерило правды, справедливости. И именно эти две вещи Меджаи считают самыми важными. Рубинет! Стой! Стоять! Стража держит ухо востро. Тревога! Сюда! Я сейчас! Потерпи! Не смыкай... Да! Иду! Thank you.
Ну, что это с тобой? Да. Mm-hmm.
Thank you.
Мы справимся. Прикройте меня, братья. Мимо нас не пройти. Взять его. Прикройте меня, братья. Ah.
Боги оберегают нас. Как же хорошо, что они послали нам Меджая. Я рад, что боги сочли нас достойными его защиты. Да, но дети не умеют сидеть на одном месте. Молодец, Меджай. Ну что ж, вот, зато держи, они нашли сокровище. Тебе. И теперь они не дадут нам об этом забыть. Вот скажи, как за такой маленький кругляшок можно отдать целую жизнь? Гарус мне погадал по внутренности.
Старостин обещал великую победу. Папа, что для тебя главное в жизни? Справедливость и правда. Честная жизнь. Защита слабых и бедных. И любовь к твоей маме. А Кеннон говорит, что главное...
Египтяне! Недавно наш брат Меджен умер во время работы. Его жене теперь одной воспитывать сына. Λυθιώτης ανθρώπων, ούκ έχει πέρας. Назад! Вас это не касается! Займитесь уже своими делами! Опять убийство! О, Амон, как он? Скажи, ты Филакит? Да. Ходи здесь поаккуратнее. Мне и так будет непросто. Прошу прощения, но я защитник. Мой долг быть там, где беда. Тоже защитник? Ха-ха, я вижу твой знак. Так ты что, Меджай? Старое царство? Да? Прости, из-за этой трагедии мы все переживаем. Это новая жертва серии ритуальных убийств, совершаемых последователями Уаджит. Признаюсь, я совершенно ничего не понимаю. Пожалуй, я смогу помочь. В жизни я повидал немало убийств. Я бы не отказался от твоей помощи. Они обычно оставляют послание. Но я пока его не нашел. Можно поискать в храме. Говоришь, были другие жертвы? Да, ими становятся акалиты храма и известные люди Караниса. Неизвестно почему. Следующим может стать кто угодно. Греки напуганы. Они обвиняют местных жителей и призывают к насилию.
все это очень не кстати. Этот египетский храм так плохо построен. Его перестраивали годами. Никак не могут закончить работу. И вот люди требуют от нас ответа. Ну, прошу, не... Здесь много крови. Жертву связали и пытали напротив статуи. Судя по следам, его сильно ранили и выволокли отсюда. Видно, бедняга был околитом. Здесь больше никого не было. За что же его убили? Греческий бог там, где стоял египетский. Кое-кто в Египте, наверное, в ярости. Статуя испачкана зеленой краской. Голове тоже досталось. Так, наверху что-то есть. Лицо Сераписа тоже было закрашено зеленой краской. И здесь лежит зеленая маска Уаджит. Уаджит – защитница Верхнего и Нижнего Египта. Кто-то решил показать ее превосходство. Но как они поднялись сюда со всем этим грузом? Амон. Написано кровью. Еще свежая. Следующая жертва – Верховный Жрец. Надо найти его. Филакид должен знать, где он сейчас. Филакид, я нашел послание сектантов. Следующая жертва – Верховный Жрец. Верховный жрец! О, Серапис, нет! Если его убьют, умрет и дух Караниса. Надо найти его. Где он? Думай, Филакид! Его вилла тут рядом. Я знаю место, откуда можно ее осмотреть, не приближаясь. Идем же! Со стены храма у нас будет отличный обзор. Твой храм – причина всех этих бед. Он оскорбляет местный народ. Чепуха! Благодаря храму торговля процветает. Он приносит пользу всем. Верховный жрец и околит не согласятся. Боги, если верховный жрец мертв, мне конец. Быстрее! Уаджит, прими кровь этого богохульника. Дай нам сил разгромить проклятых греков. Безумие. Моя смерть вам ничего не даст. Греция и Египет... Проследи, чтобы... Они собирались принести меня в жертву. Успокойся. Повезло, что тебя не было в храме. Ты был бы уже мертв. Серапис, они бы убили меня. Эти египтяне – безбожные чудовища, а не люди. Твою жизнь спас египтянин, жрец. Вспомни об этом, когда будешь молиться. Меджай защищают всех, кем бы они ни были. Я хотел прийти к тебе на выручку.
Вижу, я не успел. Спасибо за помощь, Меджай. Ты мне очень помог в этом деле, правда? Медленно ты бегаешь. Что ты знаешь о разбойниках? Многие египтяне не рады грекам. Кто знает, откуда они вылезли. Увидели нашего бога на месте своего и, видно, разозлились. Их можно понять. Вы просто не подумали о последствиях. Птолемейцы все время хотят рассорить нас. Вынужден согласиться. Греки сделали Египет богаче. Но находятся и противники прогресса. О чьем прогрессе ты говоришь? Нашего Египта или Греции? Прощай, Филокит. Решишь кого-то защитить? Вспомни мои слова. Филокит Караниса говорил с тобой. Ты защитник? Верно. Нужна помощь? Да. Послушай. Вчера мой муж видел нечто жуткое. Солдаты тащили какого-то беднягу. Потом был вопль. Он донесся из подземелья под храмом. И теперь моего мужа тоже могут схватить. Довериться нам некому. Филокиты не помогут. Я поговорю с твоим мужем. Где его искать? Он служит каменщиком при храме. Будь осторожен. Вдруг кто-то подслушает вас. Αδυνάτος έχει το γεγονός. Ουρα, Θεή. Ανήρ, όπιστε. Каменщик, я говорил с твоей женой. Тш, как ты сюда попал? О, боги, жена меня погубит. Говорил ей, мы ни при чем. Не болтай. Веди себя, как обычно. Спокойно. Солдаты увели кого-то в подземелье под храмом? Да. Нет! Да. О, все верно. Не в первый раз. Но вчера было иначе. Оттуда доносились жуткие вопли. Чудовищные! Уходи. Оставь меня в покое, нас могут услышать. Спокойно. А, некоторым лучше не свистеть. Держись подальше. Надо действовать. Похоже на место из рассказа каменщика. Боги, что здесь творится? Тот, кого зовут мясник, держит крестьян в страхе. Нужно найти его. Сначала отыскать добычу. Себек в воде. Вода. Река или озеро. Себек в воде. Mm-hmm.
Ευαγγελμένο έσχετε. Ευχαριστώ, Θεή. Κεραυναίων δία! Τι ουν τούτο έστι! Неподалеку есть храм Себека. Добро мясника может быть там. Стражи, я на верном пути. Этот Себек где-то рядом. Нужно быть осторожным. Ты заплатишь за это! Тут есть знак, отсылающий к Сакнопаису, селению на западе. Монеты положили в мешки для зерна. Неужто они из амбара? Мне очень нужно. Oi, tis meisonos afrosinis. Here, hello, tot. Oh.
Что-то многовато стражи при этом амбаре. Значит, я на месте. Попробую незаметно пробраться. Мясник где-то рядом. Что же они прячут? Слышал, ему отрубили руки по приказу мясника. Видимо, теперь мы головорезы, а не солдаты. Шш, помалкивай. Почему? Свиньи. Богачи все толстеют, а бедняки гибнут от голода. Продолжу искать. Я накажу виновных. Сколь скудные выплаты за зерно. А, мясник просто издевается над крестьянами. Я обязан узнать, где его искать. Наконец-то. Мясник на вилле, неподалеку. Пора поговорить с ним по душам. Роскошная вилла. Жителям Фаюма такое и не снилось. Не придется искать этого наглеца. Слушай, ты легок на помине. Вы крадете зерно из Фаюма у беззащитных крестьян. А ты из Фаюма, да? То-то смотрю, говоришь, как деревенщина. Верните украденное египтянам. Да он и наивный, как деревенщина. Я лишь исполняю приказ. Не мы, так другие будут грабить. Я торговец. Мне не платят, беру что-то взамен. Таков мир. У тебя есть выбор. Либо мирно уйдешь, либо умрешь. Я слышал эти речи. От убийц моего сына. Что ты знаешь про мир? Ты грязное отродье! Тебе конец. Стража, разберитесь. Кишки выпущен. Да примет тебя незримый. Владыка Дуата ждет.
Что ж, на этом пока что все. Продолжение следует. Не забываем подписываться на мой канал, ставить лайки, оставлять комментарии. Всем заранее спасибо.